День открытых дверей для людей пенсионного и предпенсионного возраста состоялся в Центре занятости населения Елизовского района. Его специалисты информировали гостей об оказании государственных услуг, знакомили их с актуальной информацией о состоянии рынка труда и предлагали множество других услуг. Кроме непосредственного участия в специализированной ярмарке вакантных рабочих мест, все участники могут получить консультации наших специалистов. Это консультации по профессиональному обучению граждан и консультации по профессиональной ориентации граждан. То, что касается профессионального обучения, эта государственная услуга у нас очень востребована. Мы обучаем незанятых пенсионеров по направлению службы занятости, обучаем различным направлениям. У нас можно повысить квалификацию, можно получить смежную профессию, можно обучиться тем навыкам, которые не имел гражданин раньше. Это все повышает конкурентоспособность граждан на рынке труда, помогает им реализоваться. Подобные мероприятия проводятся Елизовским центром занятости часто. Многие работодатели активно принимают в них участие, так как для них это большая возможность привлечь новых специалистов. И, как оказалось, люди пенсионного и предпенсионного возраста ценятся ничуть не меньше молодых специалистов. У нас на предприятии очень много людей работает пенсионного и предпенсионного возраста. Очень много людей со стажем работы именно на предприятии 25 лет. 30 лет, даже есть люди, которые уже 40 лет работают только на нашем предприятии. Поскольку у нас предприятие, так скажем, градообразующее, то есть единственное большое предприятие, вокруг него поселок, то у нас работают и династиями, поэтому мы знаем, что люди в возрасте зачастую у нас ценятся больше, потому что имеют очень богатый опыт работы. И мне не нужно их уже учить, они уже, наоборот, передают опыт другим. Посетители ярмарки отмечали важность и необходимость проведения таких мероприятий. Очень много информации здесь можно получить. Очень отзывчивые экспертера. И самое главное, что тут очень много вакансий предлагают. И можно где-то что-то себе подобрать. И учебу можно взять, или каждый может на свой выбор найти. Тем, кто не работает, или пенсионерам, или кто попал в такую жизненную ситуацию. Ну, я считаю, конечно, что это мероприятие полезно для жителей города. Тем более сейчас существуют проблемы с устройством на работу, с хорошим заработком. Тем более по новому законодательству предпенсионному. Мне кажется, это актуально на сегодня. Добавим, что все желающие, кто не смог лично посетить ярмарку, смогут узнать о возможности подбора подходящей работы через портал «Работа в России» www.trudvsem.ru.